Це портрет українського філософа Сергія Кримського. Ми спілкувалися останніх 20 років, і для мене це було унікальне спілкування, це був подарунок долі. Серед іншого, Сергій Борисович стверджував, що українська православна архітектура, архітектура українських храмів, побудована таким чином, що вона підкреслює безмір неба. Сам Сергій Кримський, як корабель української філософії, підкреслював безмір неба української культури. Мені здається, що саме це є головним внеском його в поступ української культури сьогодні. Я вибрав митрополита Філарета на парадний портрет по двом причинам. Одна лична, вторая не лична. Во-первых, всегда любил украинское барокко, да, это просуна, и как они решали композицию и, в общем, всю историю. А второе, он, ну, по его инициативе перевели Библию на украинский язык, то есть службу украинским языком, да, как бы все максимально и просто. Ну, и я думаю, что, ну, это хорошие поступки, в общем, можно писать, да, как бы хороший человек. Так, решаю портрет, ну, как бы... Абсолютно нормальная некоторая символика, да, то, что он стоит у меня со свечками. Свечка, то есть факел, да, а человек, который идет впереди, он несет факел, да, освещает путь всем остальным. Ну, как бы это подходит, да, его. И у него в руках Библия, ну, потому что он как бы перебор. Плюс я туда вписал некоторые композиционные приемы от Фрэнсиса Бэкона. Но Бэкон писал в негативном варианте, а все-таки я пытался заложить некоторые символы, которые оставляют, то есть не дают однозначного ответа, это хорошо или это плохо. Пускай каждый принимает свое значение этому портрету, этой личности и отношению к его, ну, в общем. На парадный портрет я выбрал Леонида Черновецкого, потому что он собственник некого завода, который мне очень нравится. Но я считаю, что портрет человека – это не его лицо, и не то, как он выглядит, а его действия и то, что он делал. И в своем портрете я хотел показать некими предметами, то есть действия, которые он совершал в течение там, своей жизни, своей биографии. В своей работе я использовал прозрачный шкафчик, то есть все его, как бы, то, что он делал, все оказалось на виду. В конце концов. Там присутствует щеточка металлическая и бутылка. Эти вещи говорят о его, так сказать, студенческой карьере и его докторской диссертации на тему хищения госслужащими и вот все такое. То есть следующий предмет, который там, это игрушечная скорая помощь и друшляк. Ну вот это говорит о предвыборной агитации. И о всем остальном, потому что он создавал пункты кормежек и малоимущих и пункты медицинской помощи. Также там присутствует его наглядная книжечка «Исповедь мэра» называется, там, где он в обнимку с бабушкой. И этот предмет находится в такой, так сказать, в туалетах для туалетной бумаги вешали такие штучки металлические в Советском Союзе. Ну вот он находится в вот в такой штуке. Батарея, значит, то, что те помещения, которые как бы переходили в их собственность от государства к этим госчиновникам, они сначала обанкрачивались, потом оттуда срезался металлолом, потом их, они стояли или разваливались либо годами, либо их просто продавали и строили там жилые районы новые. Ну, несмотря на всю его деятельность, как бы я считаю, что вот шланг говорит максимально об этом человеке. То есть поэтому в этой работе присутствует шланг. Что это? Ну, это инсталляция. Лина Костенко. Это явление космического плана. Это явление совершенно фантастическое не только для Украины, но и для мировой культуры. И вот вслед за этим явлением, только следуя за ним, как бы и этот парадный портрет, потому что это вслед за красивой, невероятно сильной женщиной, это вслед за поэзией, и вслед за этим соединением этого образа совершенно потрясающего, этой красоты, мощи,
и в то же время какой-то внутренней драмы, сложности, определенной раздерганности, определенного постоянного вихря внутри и поэзии. И поэзии, которая превращается в крылья. Это я выбрала Ирену Карпу, потому что когда-то давно я читала журнал подростковый, в котором написала статьи, и они были самые классные, настолько, что я прочитала даже пару ее книг. Вот. И, ну, я думаю, это повод весомый. Но, в принципе, я считаю, что сейчас нет каких-то предпосылок для создания парадного портрета. То есть, если оно существует, то только в форме кича. Вот. Поэтому я позволяю себе написать Ирену Карпу без головы. Да и, в общем, остальные части тела частично исчезают. Но, с другой стороны, размер все равно остается подавляющим. Наверное, единственное, что придает какой-то вес и парадность портрету. Муратову Киру Георгиевну выбрал, потому что хотел написать работу с цветами, и это должен был бы быть портрет человека, которого я люблю. И мне предложили написать парадный портрет, и я подумал, что это будет интересно сделать в такой форме. Потому что обычно парадный портрет – это то, что заказывается, и часто художник не имеет отношения к портретируемому. А здесь будет наоборот, я сам хочу это сделать. И у меня не было других вариантов, кроме как написать ее, потому что я накануне думал об этом, но не знал, в какую форму это облечь. Тут мне просто подсказали форму. И это будет иконографичный, условный портрет, без особых деталей. Просто лицо, жест и форма. А в чем будет парадность этого портрета? В том, что это вот как греческие курсы, которые шагают, это такая триумфальная поза, победная. То есть то, что человек умирает, это не поражение, это победа. Для парадного портрета я выбрав образ, постать сьогоднішнього мера Віталія Кличка. Для мене це дуже цікава людина, тому що він, як сьогоднішній мер, виконує роботу перетворення Києва в європейську столицю. І чому він? Тому що ця людина декілька разів була одна із перших, яка підтримала і в 2004 році Майдан, революцію Майдан в Україні, і 13-14 роки Революції Гідності. І це не випадково закінчилось тим, що кияни вибрали його мером, і він працює на цій посаді. Я рахую, що це достойна людина, молода, нової генерації, генерації європейського гатунку. І він в моїй роботі, я просто зробив образ людини, яка проходить через, ну, його портрет проходить через виклики в образі таких абстрактних форм, які проходять, і він проходить через все це. І перемагає, як завжди, він це робить. Я вибрала для парадного портрета Леоніда Каденюка. Це перший космонавт независимой Украины, человек, который полетел в космос и занимался изучением состояния невесомости и как это влияет на человека. Привет. Я выбрала именно его, потому что он космонавт, а космонавты летают в космосе, и я подумала, что отличный фон получится. И еще, так как космонавт — это человек, профессия, можно сказать, да, то есть мы воспринимаем не так личность, да, вот человек, который
полетел в космос, это человек в оболочке. Мы, в принципе, можем не знать, как он выглядит особо, какие у него черты лица, какая у него личная жизнь, да, но нам интересен тот факт, что он полетел в космос, потому что очень мало людей летали в космос. Но для меня парадный портрет в данном случае – это композиция с космонавтом. Я выбрал на парадный портрет музыкантов из группы «Хаммерман» из «Нищие вирусы». Владимира и Альберта. Есть цитата одного из фанатов этой группы о том, что это самая адекватная группа на украинской сцене. Когда жизнь окружает тебя сложностями, то чаще всего на украинской сцене музыкальной, да, музыкант уходит в какие-то фантазии, в которых как бы вообще ничего не происходит и все хорошо. А, допустим, с Хаммерманом происходит по-другому. Они фиолетовеют и начинают, выпускать шипы или но это условное. То есть они начинают они реагируют на окружение, на пространство вокруг себя. Да. Мне хотелось в первую очередь написать портреты персонажей, которые могут прийти на эту выставку, чтобы у меня был хотя бы какой-то возможный диалог с тем портретируемым, которого я напишу. Я подумал, что люди, которые занимаются культурой, музыкой, культурой. В общем, это далеко не развлечение. Это далеко не досуг. То есть для того, чтобы что-то делать, и качественно, для этого нужно проводить усилия. Усилия над собой, усилия физические, интеллектуальные, ущерб своему личному времени и, финансам и так далее. И, например, Хаммерман, они уже 21 год на сцене. Это вообще нереальный какой-то промежуток времени, который музыканты одним коллективом выступают. И я решил, что они мне должны быть изображены в виде бегунов. То есть, я думаю, что лица будут недовольные. Потому что когда ты бежишь, у тебя на лице проявляется это усилие, которое ты тратишь, эти физические силы, которые ты тратишь для того, чтобы бежать. Для парадного портрета я выбрал Леонида Макаровича Кравчука. Это первый президент современной Украины. Фактически при нем произошла независимость Украины. Сейчас бытует такое мнение, что он один из самых результативных президентов. Парадность портрета у меня раскрывается где-то благодаря классическим каким-то моментам, таким как ордена, где-то я нарисовал его немножко божественным. В прошлом многие политические деятели, которые при жизни вокруг них велись споры, насколько они были гуманны, негуманны, но при этом они сделали какие-то большие шаги в истории, через огромное количество времени были канонизированы. У меня есть версия, что через тысячу лет Кравчук может быть канонизирован. Выбрал очень многогранную личность, одна из ярких личностей, с которой пришлось нам жить в одном времени, и я горд, что мы действительно в одно столетие с таким человеком попали. Это академик, это ученый, это кардиохирург, это писатель-публицист, это писатель-фантаст, это спортсмен, это основоположник биокибернетики, инженер и просто мечтатель Николай Михайлович Амосов. Я отошел от формата стандартного понимания парадного портрета, который, в принципе, всем понятно, что такой формат уже устарел, но не актуален. А все-таки в наше время количество совершенных дел и поступков формирует портрет цветной, трехмерный того человека. Поэтому я ограничился своим восприятием, своим форматом, как я вижу эту личность. Я думаю, лучше один раз увидеть.
Это Мишель Терещенко, очень известная культовая личность, которая общеизвестна на Украине и вообще в мире. Мы друзья, вот, и он много о себе рассказывал у меня в студии, много интересных историй о своей династии. Такая мощная вертикаль династии Терещенко, которые очень много сделали для Украины в свое время. Это были коллекционеры, собиратели, которые собирали картины, произведения искусства, сделали, построили музеи. И целые такие огромные пласты культуры стоят за ними. Естественно, Мишель, он как бы преемник всех этих традиций, он тоже занимается благотворительностью, аукционы устраивает для детей, для разных благотворительных вещей. Естественно, что парадный портрет по истории искусства, он может быть разным, он может быть с иронией, с юмором, он может быть решен как реалистически, так и формалистически, но законы жанра диктуют то, что эта личность должна быть подана импозантно, то есть он должен быть очень выразительно подан и очень красиво. То есть некое такое условное музейное пространство, которое принадлежит к династии Терещенко. Я поместил своего персонажа, Мишеля Терещенко, в это пространство и это совершенно условное такое, как бы, ну, условное место, где со своими какими-то такими знаковыми вещами, это может быть какая-то такая гипербола между эллинизмом и формализмом. Коли ми говоримо про парадний портрет, мені зразу згадується давня українська тема, яка називається «Парсуна». «Парсуна» — це її, власне, портрет в повний ріст і має глибокі українські традиції в мистецтві. Тому я погодився на долучитися до цього проєкту. І зразу ж виникає тема героя. Кого би я хотів бачити особисто, яку особу я би хотів бачити героєм свого твору. Серед відомих і загально широко прийнятих, розпіарених персонажів я не знайшов когось такого, кого би мені хотілося зобразити. Тому я зупинився на двох середньостатистичних українцях. І це є відсил до початку ХХ століття. На цю ж тему в свій час висловився Казимир Малевич, коли зображав простих українських селян на супрематичному тлі, на тлі супрематичного пейзажу з супрематичною мовою. І, відповідно, мову я взяв, позичив в нашого земляка, винахідника супрематизму Казимира Малевича, і вийшло в мене так несподівано, що героями мого парадного портрету є троє людей. Є винахідник супрематизму Казимир Малевич і двоє середньостатистичних українських. Людей, яких вважаю достойними парадного портрету, клоунів, больничних клоунів, які працюють в дитячих лікарнях, розвлекають діток, веселять їх. Как бы в портрете должны появиться все самое лучшее, что есть в человеке. Самые достойные его качества, никаких плохих качеств не должно быть. Только самое хорошее, самое презентабельное. В самом наилучшем виде и самом наилучшем свете. В самом выразительном, в самом есть как бы вечные константы, которые никогда не меняются. Есть ботинок. Как форму не меняй, он все равно будет ботинком. Есть парадный портрет, он парадный портрет. То есть все, что оставалось парадным портретом, ним же и осталось. Просто поменялось время, поэтому выражение лица в нашем мире сейчас, это вот эта гримаса.
Угу. Это вот эти крылочки бабочки, это белый халат. Иначе и только в синих тапках. И так нужно заходить не только на почту, так нужно заходить в любое учреждение. Только с крыльями, даже к вам, извиняюсь. С крыльями бабочки в белом халате и в голубых тапках. Потому что иначе можно просто не выжить. Можно, ну, самый адекватный человек это только в халате, да. И они не ноют. Ни на фотографии, ни в жизни. Не ноют, не становятся в позу, как народные депутаты на бигбордах. Они умеют самым действенным путем двигаться, адекватно реагировать на действительность. Для парадного портрета я выбрал образ Верки Сердючки. Меня очень интересует гештальт данного персонажа. Нет ни одного целостного образа. С одной стороны, это реальный человек. С другой стороны, это его перформанс. Андрей Данилко, Верка Сердючка. Кто из них главный? Кто из них хозяин? И что главное в жизни, атрибутика или реальные чувства? Для парадного портрета я выбрал самый узнаваемый, всем известный атрибут, который прошагал уже, я так думаю, полмира. Ну, а сам двойник, работа, кстати, называется «Двойник», он должен находиться за кулисами. Как говорил Фредди, «Shows must go». Я выбрал, есть такой украинский деятель Иван Драч. То, что в голову пришло по-быстрому, то и назвал. В этом году Иван Драч умер, поэтому можно сказать, что портрет в каком-то смысле посмертный. И даже прочитав что-то и при пересказе, я не смогу передать информацию, не деформировав ее. Поэтому я решил заняться просто деформацией человека для того, чтобы не деформировать смысл того, что он делает. Вот. Ну, используя, не деформировать смысл в цитировании или в, не знаю, каким-то отсылкам даже. Поэтому, ну, в общем, я решил избавиться абсолютно от каких-либо его характеристик. Вот. Скорее, как просто напоминание и дать повод вспомнить человека. На парадный портрет, но ну, это не обязательно положительный должен был быть герой. Поэтому я выбрал предпоследнего президента, вот, зная, что актер, который играет отрицательного героя, он запоминается зрителям сильнее. Поэтому я тоже захотел запомниться и сделал такого отрицательного героя с одной стороны. С другой стороны, уже плохо люди помнят, как он выглядит и вообще, есть он или нет, где он, в Москве, в Ростове. Ну, хотел бы напомнить тем людям, которые немножко забыли, как было лет 5 назад. Вот, глядя на это одухотворенное лицо, вот, чтобы они немножко начинали вспоминать. Ну, а с другой стороны, я хотел показать все-таки, тут у нас двойной портрет. Поэтому хотелось сказать, что он был не до конца же, наверное, отрицательный персонаж. Он не белый и не черный. Он получился такой цветной. Поэтому, наверное, где-то в глубине души он хотел сделать хорошо всем. Но получилось, что хорошо сделал только себе, в итоге плохо. Себе и всем. Поэтому такой интересный парадокс. Ну, я старался. Обрав для проекту парадний портрет самого Владислава Шерішевського, Шеріка по-нашому. Тобто я захотів намалювати художника, який є учасником цього проєкту. Він взагалі Шерішевський, у нас, як він каже про себе, художник від Бога. Він сам малює, його малюють. І, до речі, в нього ще вистачає часу на те, щоб пити каву. Дуже різнопланова людина.
Так що хто, як не Шерішевський? Ну, друге питання, воно більш складне. Тобто, що таке саме для мене порадний портрет? Завдання моє зараз було, щоб персонаж щонайменше не втратив, а можливо, ще щось придбав. Бо ідея все ж таки така, що оскільки суспільство складне, то це завжди діалог. Це діалог між художником, між персонажем та обов'язково між людьми. Бо наша інтерактивна епоха просто передбачає, що інакше не цікаво. І мені здалось, що треба малювати так. Мій персонаж дуже іронічний, він іронізує над всіма. Я так думаю, що та робота, яку зробив я, дозволить поіронізувати всім над всіма. Художнику над персонажем, персонажу над художником, а глядачам і над художником, і над персонажем.